третьей буквы у нас теперь было вещественные числа, а в первой половине сегодняшней я буду рассматривать решение в Румянии в целых числах любого знака. Если представить, что здесь у нас департаментная активы с минимумом некоторых очнетов, то верно одно либо уравнение не имеет, что либо не имеет, но нет способа узнать, что происходит на самом деле. Чтобы никогда не различимо чего-либо другого, мы должны там построить две такие же альтернативы, которые эквивалентны двум нашим диапазонным альтернативам. Но если мы возьмем просто многочисленные многих переменных и будем пытаться решать эти вещественные числа, то, как вы знаете, что мы различаем алгоритм. Чтобы это решать, мы сказали, что мы можем добавить функцию синус, число π, тогда мы очень легко получаем неразрешимость. Мы пишем условия, что эти числа должны быть нулями, когда и они все должны быть целыми, тогда мы получаем решение нашего диапазонного уравнения. Отсюда мы получили следствие для алгоритма, который указывали функции, построенные сложения, вычитания, умножения синуса из дуральности константы π, у нас разрешилось уравнение честных чисел. Потом мы сказали, что от числа π можно избавиться, явно написав уравнение, в котором имеется какое-то само число π. Получая единственный чуть более сильный результат, где число π не участвует в построении уравнения. Дальше мы немножко усилили наши альтернативы. Вместо равенства нулю или неравенства нулю, здесь мы можем иметь либо равно нулю, либо всегда больше единицы. И можно добиться того самого в нашем непрерывном случае, либо обращается в ноль, либо всегда больше единицы. Для этого мы должны здесь давать еще некий множитель, который говорит, что как только это не ноль, то да, сразу, по крайней мере, единица. Получили аналогичные результаты про неразрешимость неравенства. Дальше я стал говорить, что в отличие от случаев целых чисел, здесь можно обойтись уравнениями с одной неизвестной. И я рисовал картинки о том, что могу отобразить всю эту плотную вещественную прямую, n-мерное пространство. Но после лекции ко мне подходили и просили это подробнее объяснить. Я понял, что это надо сделать, тем более, что сегодня я буду рассказывать, сформулирую задачу, которая идет в том же направлении. Мы начнем с случая световых переменных. Рассмотрим две такие функции А, С. А, С, это Х на синус Х, а Б это Х на синус Х в кубе. И мера, которая нам потребуется, гласит, что любых функций А это и бета, любого положения значит найдется такое численное число. Такое значение альфа, как там хи. А альфа хи означает от альфа и больше на х. А значение b все равно бета. Я попытаюсь показать три картинки. У нас есть три числа хи, альфа и бета. Я нарисую одна картинка, и у меня альфа и бета. Одна картинка, где у меня хи и альфа.
всю плоскость. И на самом деле я хочу доказывать, постирать. Здесь мы принесем
делает альфа плюс эпсилон, альфа минус эпсилон. Не вылезает. Как у нас такое дельта? Ну, порядка эпсилон делить на производную функцию точки. Правильно. Нас интересует эта разность. Мы знаем, что альфа – это значение в точке 0. Можно написать так. А для разности мы знаем, что разность значения функции в двух точках равна длине промежутка, на котором мы считаем нашу функцию, на производную в какой-то точке внутри этого промежутка. Значит, про эту точку мы знаем, что она находится от нашей точки недостижимого того же самого дельта. На производную мы можем посчитать функцию, насколько простая. И нам даст такое выражение для значения производной. А дальше все легко оценивается. Это разность мы знаем не более чем дельта. Синус не более чем единица. А косинус не более чем единица. А хитрость звездочка отличается от фигурного не более чем на дельта. В конечном смысле мы сейчас говорим о дельте меньше единицы, да, хватит. Просто мы можем найти здесь самое молочное любое плюс дельта. Теперь можем оценить фи нулевое, чтобы мы берем его из этого интервала. Получить требуемое неравенство при выборе дельта равно такой величине. Значит, пока мы бегаем внутри этого маленького интервала вокруг фи нуль, значение функции А нас устраивает, она отвечает от альфа не более чем на эпсилон. Первым осталось в пределах этого интервала найти такое значение, которое устраивало бы и по второй функции, по функции b, чтобы там b от фи равнялось bt. Сможем ли мы это сделать? Интервал довольно маленький. Сможем, потому что еще быстрее бегает. Да, там еще быстрее бегает. Значит, вот здесь у нас имеется наш допустимый интервальчик маленький. Наша функция, которая быстро двигает. Давайте посмотрим, сколько она успеет побежать, когда мы пойдем до конца, когда мы пойдем до другого конца этого интервала. Для этого надо оценить ширину этого интервала. С одной стороны мы имеем плюс дельта, с другой стороны мы имеем минус дельта. Это остаются такие члены. И это, по крайней мере, такое выражение. Потому что мы знаем, что фи нулевое берется из нашего интервала и граница 2k, и а для дельта у нас было явное выражение эпсилон вернее 2k плюс 3. Ну и видно, что у нас здесь стоит 2k минус в квадрате, а здесь стоит просто 2k. То это мог быть сделано сколько угодно большим при выборе большого k. В частности, могут быть сделано больше, чем 2π. А если хи будет пробегать в интервал длины 2π, хи бегает в интервал с 1, 2 дельта, а хи в кубе бегает от этой величины до этой величины, это получается, по крайней мере, 2π. Значит, там она бегает от минус 1 до плюс 1. А амплитуда, опять-таки, растет неограниченно. И поэтому мы сможем найти такое хи, при котором b от хи будет в конце равняться b, к бете. И потом мы убирали все это внутри нашего маленького интервала, то мы по-прежнему имеем второе неравенство. Мы разве как большое еще не фиксировали, когда выбирали альфа? Это хи для альфа. Нет, вот это значит, что оно будет большим. Начиная с сектора мест, нам построится двое.
мы когда выбираем самый последний момент, когда делаем здесь контрол, больше всего 2 дня. Что делать дальше? Я нарисую картинку. Вот имеется альфа, вот имеется бета. Вот мы они посчитали в целом альфа, бета. Если я пойду по функции p, то я приду в то же самое p. А если я пойду по функции альфа, а, я приду куда-то близко, не более чем на эту нашу точку. Так вот, пускай у нас теперь имеется много чисел. Альфа 1, альфа 2, альфа n. Я возьму и допишу число 0. Просто формально. Все равно и засчитаем мое число c. Потом альфа n минус единица. Снова посчитаем c. И так далее. c. Получится некоторое число. Если я применю к этому числу а, то я получу нечто, когда это здесь. Если я переведу сначала b, то я буду сюда, а потом а, то я получу точку близкую здесь. Если я переведу два раза b, а потом один раз а, то я получу нечто близкое здесь и так далее. Значение каждой функции на хи отличается только картой.
Здесь опускаем сердце точно. Если ты будешь телефон, то потом потом включай обязательно, ты на телефон поговоришь. Ну а теперь, если раньше мы имели две такие альтернативы, мы теперь полагаем пси равно нашим старым пи, куда поставлены наши функции, получаем две такие альтернативы. Либо это бывает сколько угодно близко к нулю, потому что мы можем выбрать сколько угодно близко к ходу нашего уравнения. Либо, как всегда, по крайней мере, единица, только единица стоят здесь. Смотря что говорить. Смотря что говорить. Начинаем говорить.
специальное уравнение. Целое n умножить на π.
Бета – это константа. Если бета единицы такое, то оно всегда такое. Понятно? Какое значение n мы хотим? Как вы думаете? Ну, хотим-то мы ноль, но это неинтересно. А почему оно это может быть? Я лично хочу единицу. Я хочу заработать число π. Как это сделать? Можно еще просто явно внести ограничение. То пик значение π от нуля, лишь бы от 3 и 4. Тогда π от тау есть константа, равная π. С любого решения этой системы функция π большое есть константа, а именно число π. И наоборот, существует решение, в котором эта функция здесь подавать число π. Она просто будет дозвучить φ. Если надо выбрать а равным единице на π, и получим нужное нам φ большое. Значит, хотя у нас неизвестные являются функциями, и мы будем искать такое уравнение с целыми коэффициентами, мы сумели заработать себе число π. Что мы делаем дальше? Пытаемся применить теорему для доказательства того, что невозможно по дифференциальному уравнению определенного вида выяснить, имеет ли оно решение. Да. А что мы для этого сделали? Ну, скорее всего, характеристический полином написать. Или как там это называется? Характеристический полином чего? Я просто не помню терминологию. По-моему, дифференциальные уравнения вот, полиномиального вида сводятся к нахождению, да, к нахождению корней полинома, по-моему. Да. Все это хорошо, если у вас полином от одной переменной. А у нас количество много переменных. Поэтому ничего подобного мы здесь сделать не сможем. Мы заработали константу π. Давайте заработаем в качестве константы все натуральные числа, все целые числа. Как это сделать? Ну точно так же. Мы как-то научились неявно работать с синусом. Повторимся то же самое, чуть более условной ситуации. Мы выписываем те же самые уравнения и граничные условия, которые гарантируют, что π большое – это константа число π. Дальше мы берем функцию, пишем, что она является константой, и пишем для нее вот такое дифференциальное уравнение. Отличие в том, что здесь стоит множитель π в квадрате, и это функция в квадрате. Как будет здесь решение этого уравнения? Thank you.
по всей вероятности, как и прежде, а не равно нулю. Если это выполнено, то мы можем поделиться на терминус А,
где P1KK накачанная стороны коэффициентами, узнавать, имеется ли система решение на интервале 0,1. Хотя это вполне приличная система, здесь нет ни синуса, ни пи, я буду видеть, хотя, как мы знаем, они замаскированы неизвестных регионов. И вот трудное упражнение. Теперь помните, что мы могли избавиться от многих функций с помощью только синусными и иметь дело с функцией одной переменной. Оказывается, то же самое можно сделать и в этой ситуации. Можно обойтись рассмотрением одного дифференциального уравнения с одной неизвестной функцией. Уравнение должно быть большого порядка, мы должны использовать производные функции многих порядков. Но опять-таки, существует логарифм, который позволяет